Югорские лыжники выступят на сурдолимпийских играх. Накануне сборная России приехала на подготовительный сбор в Ханты-Мансийск. В состав национальной команды вошли 16 пар спортсменов, большая часть лыжников из Югры. Главная задача сборов – это тренировка на настоящем снегу. Сразу после двухнедельных сборов команда отправится в горы, чтобы потренироваться в условиях, максимально приближенных к стартам. Напомню, что пройдет Олимпиада среди спортсменов с нарушением слуха в Италии с 12 по 21 декабря. Это и по нашей просьбе, и по тому, чтобы подготовить ребят, покатались они на лыжах, потому что у нас сурдолимпиада запланирована на 12 и 23 декабря, в эти сроки пройдет, и нам надо набрать объем, постоять на лыжах, и чтобы они выступили у нас там достойно и завоевали медальки. Надеемся, что это произойдет.